Да не надо плакать! Видите нахер с плакатами! Вы достали! Скоро пенсию получать не будем с плакатами! Умяйте! Украинец, конечно! Побоялись выйти на проправительство, на пророссийский митинг. Не знаю, Карина, не можем, это мой город, я иду. У нас таких дураков нет. Высказывая свою точку зрения, не трогайте. Я вас поддерживаю. Это очень смело. Я вас поддерживаю. Я тоже вас поддерживаю. Я просто удивляюсь вашей смелости. Кто стрелял? Кто стрелял? Чего вы тут? Я просто удивляюсь вашей смелости. А кто тут? Видели этот ролик, кто стрелял с Украины, из гостиницы? Вы видели? Я ролик смотрела. Вы слышали телефонный разговор Эштон и министра иностранных дел Литвы? Стоит у нас пока. Вы слышали? С каким выражением лица вы стоите? У нас тут не стоят. А вы знаете, что сегодня митинг запрещен? Вы готовы сидеть в обезьяннике? Сегодня нельзя митинговать. Я вам еще раз говорю. Сегодня митинговать нельзя. Я не знаю, что сказать. А я хочу. Вашу поддержку. Я хочу, потому что у меня совесть чиста. Нет, если бы у вас была через совесть чиста, вы бы здесь не стояли. На Украине. Мои родители воевали с фашистами. Я не хочу, чтобы кто-то приходил. Еще мы вправе сами решить, что нам делать. Зачем мы указали? Перестаньте, ну что вы на женщину бросаете? Мы стоим, пришли. Но она провоцирует, она знает, что это митинг. И она выражает. Они специально. Почему вы так агрессивно настроены? Ну а зачем она пришла сюда? Пускай идет на памятник. Тут не место этому миру. Стоянию. Тут люди с другим мнением. Вон туда идите, остановитесь там. Продайте мне. Мы харьковчане, поэтому мы за чистый город, мы это выбрали. Эту грязь мы выбрали. Крым, молодец! 70% русского населения... Я не русская, я украинка, родители мои украинцы. Пусть Путин придет и поговорит с ней. Всю Русь, которая за него голосует. Он не фашист. Фашист это вот тот трое коалиции, которые сам пришла. Пусть там руководит. Зачем он нам нужен? Зачем? Как это нужен? Как это нужен? Это единственный защитник наш. Люди пригласят, он будет нужен. Вы знаете, что устали. Обождите. Мы как на Майдане будем выбирать теперь. Вы знаете, что я вам? Путин сказал, он единственный наш защитником. И как бы тут вы ни кричали, как бы тут не юродствовали, все равно это наш защитник. Это ваша позиция, а у меня другая позиция. Так идите, пожалуйста, туда, идите. А почему вы меня гоните? Я не хочу, чтобы здесь было, понимаете, не хочу. Почему вы меня гоните? Нас честь... Нет, вы не такая. Почему такие? У вас мнение другое, не надо, не надо. Уже не такие сошлись на Майдане и кровь пролила. Как вчера это, Богословска? Он ненормальный, Путин, да у него неадекват. А сама она, кто нас я нормально. Так а при чем, почему вы меня укоряете в том, ну какой же он, какой же он фашист? Вот объясните мне, Путин, в чем ты включаешь его фашист? В чем? Что он сам на защиту русскоязычных? Единственный человек за 10 лет. Обождите, минутку. Я тоже русскоязычный. По духу я украинец, но по духу я. И по всей я самый русский. Ну что, я украинка, я говорю на русском. Это не значит, что я не знаю. Вы выбирали Путина. Вы выбирали Путина. Правильно Зерновская сказала, Украина это выкидыш, самое настоящее. Вы выбирали Путина. Она тоже не выбирала. Да, да, да. Вытирает ноги. Девушка, идите отсюда. Она говорит, Украина выкидыш. Иди отсюда. Она озабоченная сеть. Свободу сердцу! 8 марта 2014 год, Харьков. Женщины с 8 марта. Девушка, Путина выбрала, пол России выбрала, больше половины. А Турчина кто избирал? Так если вы... А зачем вы про Путина говорите здесь?
какое отношение имеет? Хорошо. Ну какое отношение Путин имеет к государству? Вы говорите про ту коалицию. У них локоть по крови. Это получается как несколько лет, как провокация. Такая. Это самая настоящая провокация. Я все равно буду и выходить и говорить свое мнение. Не заткнешь же. Понимаете? Янки НАТО ГОУХОМ! Я не хочу, чтобы кто-то приходил и опять... Классный английский. Не надо. Спасибо. Не я, не я. Возьмите всю массу, поймите меня. Она же не сами провоцирует эти скандалы. Не надо это. Мы будем завтра встречаться с ней, здороваться, все брать. Сейчас еще не надо. Ну не фашизм он, понимаете? Фашист.